Здравствуйте, дорогие мои люди! У нас неделя Хэллоуина продолжается, и в городе по этому поводу каждый день происходят какие-то маленькие мероприятия. И вот сейчас я отправляюсь на фестиваль, который устроил город для нашей малышни. Называется Boo Fest. Boo – это так пугает привидение. Ну, когда оно прилетает, оно кричит «Бу», и поэтому вот так назвали. Boo Fest – это фестиваль для малышни. Для малышни, которую вот сейчас мы видим, катится в фермерском вагоне. Это она тут, я так понимаю, по улицам в рамках фестиваля развлекается. Ну, потихоньку я иду. Вот уже возвращаются ребята, видно, отгуляли, конфеты пособирали. Ну и здесь кто-то украсил свое крылечко, порч, вот такими прекрасными посетителями. Вот, я иду не просто так, а как поддержать моих любимых скулфроковцев. У меня к ним предвзятое хорошее отношение. И вот они сейчас играют, поддерживают своей музыкой, своими выступлениями этот фестиваль. Вот, ну и посмотреть тут как что, немножко их поснимать, фотографировать. Сейчас играет School of Rock, и это ученики моего ребенка, собственно. Поэтому у меня тут даже элемент большой материнской гордости присутствует. Я как-нибудь сделаю отдельный ролик про эту школу, ну, про School of Rock. Объясню там, что к чему, но вообще это... Особенность этой школы – то, что они учатся играть рок. Ну, музыкальная школа, в которой учатся играть рок, плюс еще у них, кроме обучающего процесса учитель-ученик, есть совместные выступления и концерты, когда должна играть вся банда. И я хочу сказать вам, это дорогого стоит, потому что подросток, который не понимает, что он хочет в этом мире, как он себя позиционирует в этом мире, обязан выходить в составе вот банды, в составе коллектива, играть слаженно, не выпячивая себя и не прячась, ну, слаженно я имею в виду, в команде с бандой, и на публику. Это очень-очень тяжело, и не каждый может. Хотя вот одна моя знакомая женщина сказала: «Ой, ну вышли, покривлялись». Нет, ребята, они не кривляются, это действительно большой труд, и психологически, и физически. Тут вот как раз вы видите товарищей, которые кривляются. Дали им гитары, чтобы они тоже участвовали, ну и чувствовали себя музыкантами. Работают вот другие. Видите, как они подготовились, даже костюмы хэллоуинские одели. Это не концертные костюмы, это поддержку фестиваля малышни. Веселые бананы, там какие-то зомби, не знаю, еще. Волшебники, чучело, в общем, что-то такое интересное. Тут в скверике у нас полным ходом не только дети демонстрируют свои костюмы, но и такие прекрасные собачули. Это он Битлджус, там какая-то веселая радуга. Вот. Я не знаю даже на кого смотреть, на детей или на собак. Тут тоже одевают сейчас костюм пират. Так что все готовятся к веселью и карнавалу хэллоуинскому. По-моему, прекрасно. У хозяев тут какой-то сложный процесс. Никак они не могут эту собаку нарядить.
Одна держит инструкцию, вторая там во все дырки, которые в костюме, лапки запихивает, но что-то не получается. Ну, тут уже обычные веселые дети. Тут возле кибитки с продуктами встретился один замечательный персонаж. Вы думаете, кто это? Руководитель School of Rock, художественный. Привет. How's it going? Good, how are you? Thank you. Yeah, thank you. This is our lovely Beetlejuice. Yes. The best one. I made mine. So. Police come to you? No? В сквере продолжается нашествие собак. Прямо какое-то неимоверное их количество. Я, наверное, их столько не видела на один квадратный фут в городе. И их все больше, и они в костюмах, и уже, по-моему, детей вытеснили. Пока ребята там ударно играют, в очередь выстроились все владельцы собак, и тут идет какая-то регистрация, записывают имена собак и костюмы, в которых они представлены. Призы на столе, и, судя по всему, будет какой-то конкурс, вот какой-то контест. Но собаки милые и смешные. Есть послушные, есть не очень. Но смотреть вообще прикольно, да. Так, ну отлипну я уже от собак от School of Rock'а, пойду посмотрю, что тут на Ярмарке интересного. Вот заодно можно увидеть, как это все сделано. Просто полиция оцеплен квартал, блок. И сделана пешеходная зона вдоль улицы. Выставлены палатки. Сейчас посмотрим, с чем и как. И бегают дети в костюмах, собирают конфеты. Родители покупают всякие вкусности. В палатках продают там и попкорн, и какие-то вафли шоколадные, и конфеты. В общем, куча сладостей. И вот народ гуляет, себя показывает, и других смотрит. Весело и интересно. Фантазия людская в производстве костюмов меня умиляет. Вот эти вот полицейские с собакой-преступником на гигантской цепи прямо захватили воображение. А вот еще какая красивая собака-пчела Майя. Ну не говоря уже там о детях, эти вообще такие веселые, доразудалые.
смотреть интересно. Тут для детворы поставили стенд тренировочный, игра в гольф, ну еще какие-то там прыгалки, скакалки, бросалки. В общем, развлекаются и тренируются. Немножко спорта, немножко радости. Здесь интересный такой утяжелитель в виде сухой кукурузы для удержания стенда. Можно увидеть только осенью. Обычно кальку, гальку и песок туда бросают. Здесь у нас очередь за тем, чтобы сделать себе красивый образ. Тут накладывают грим. Принцессы, бабочки, звери. В общем, дети стоят и не ленятся, ждут. Видите, популярная штука. Хочу еще сказать, что когда попадаешь на такие мероприятия, понимаешь, что в городе есть жители. Вот, потому что у нас днем в городах такое ощущение, что вообще никто не живет. Пустота и тишина. Все на работе, в школах и во дворах не гуляют. А вот здесь еще тоже интересная какая-то активность детская. Это они делают слайм. Какая-то желеобразная масса всех цветов радуги с какими-то еще там дополнениями, блестящими, шуршащими. В общем, что-то они там такое замешивают. Все это немножко прилипает к рукам, немножко растягивается. В общем, какое-то волшебство. Очень детское. О, гримеры продолжают свою работу. Очередь не заканчивается. Вот, я думаю, что они будут, наверное, до закрытия работать. Да, и вот вы можете заметить, как американские родители поддерживают своих детей. Они одеваются в костюмы или в одежду в контексте своего персонажа. Ну, персонаж — это их ребенок. Вот мне даже интересно, куда это стоит очередь, которая тоже уравняла вон там и королеву, и короля, и каких-то спайдерменов. Все стоят. Опять эти собаки. Какое-то их неимоверное количество. Он дракона ведут, а нет, это львенок. Не очень вижу, очки надо. Вот, да, интересная очередь. И это не на грим, куда они стоят. Сейчас узнаем. Ага, ну все понятно. Это очередь на покатушки. Это вся публика ждет своей очереди, чтобы прокатиться в вагоне. Это фермеры пригнали вагон и катают вот по кварталу. Я его встретила, когда сюда шла, но не ожидала, что тут такая прямо очередь и такая популярность этих каталок. И спайдермены, и принцессы, никто не прочь прокатиться в вагоне фермерском. Вот разве что только упирается дракон. Никак его не уговорят. Лошади холеные красавцы. Вот, дракон не хочет кататься на них. Ну ему не надо, он летает. Ему так хорошо. Остальные все в восторге запрыгивают в вагон. И прогулка начинается. Так, ну на ярмарке сувениров все как-то грустно, людей нету, ажиотажа нету, хотя здесь сувениры очень качественные, ручной работы. Там и свечи, и какие-то украшения для домов, и куча-куча всякой ерунды. Но больше всего похоже на репрезентацию самих себя, чем на продажу. Вот так вот как-то грустно. Можно понять, да, что у нас пользуется особой популярностью. Детские хотелки. Туда прямо очереди стоят.
родители готовы платить за желания своих детей червоной монетой. Вот видите, какая толпа. Здесь девчонка делает амулеты и браслеты из цветного песка. Просто закладывает формованные пластиковые такие, не знаю, баночки, сосудики. Вот этот песок по желанию, и потом дети бегают с этими амулетами и браслетами. Вот. Все, что касается детей, очереди. А все, что такое для души, для себя, может подождать. Боже, какие смешные собаки. Это корги, хот-доги. А, нет, один бургер, один хот-дог. Вот и девочка Эли встретила своего татушку. Но он как-то не очень хочет с ней дружить. Такие веселые компании встречаются на дороге не желтого кирпича. Ну, собаки очень уматные, такие потешные. Так, я узнала, что тут впервые за проведение всех этих хэллоуинских мероприятий наш город решил сделать парад домашних животных. И вот эти все собаки стоят в очереди на регистрацию. Поскольку это все первый раз, ожидания были ниже, но собачников оказалось гораздо больше. Вот. И парад уже задерживается на полчаса, начало парада. Вот здесь такая фотозона для собак. Они фотографируются, участники, и показывают какие-то трюки. Вот это вот очень милая собачка была. Я даже познакомилась с хозяйкой. Такая прекрасная овчарка. Ну, в общем, регистрация продолжается, а мы ждем начала парада. Какие молодцы мои любимые рокеры. Большое им спасибо. Они до сих пор вот играют и поют уже пару часов точно. И создают такое очень душевное, прекрасное настроение. Вот, причем поют достаточно качественно, учитывая, что им всем по 15 лет. Это небольшие дети. Или большие, ну не знаю, в рамках нынешних реалий вроде как и нет. А эта воздушная машина разрушает все образы, созданные перед тем, как в нее зайти. Гибнет грим, костюмы. В общем, дети похожи на потерпевших кораблекрушение после выхода из этой, не знаю, турбонадувной конструкции. Продолжается регистрация. Тут уже объявляют, что очень большое количество владельцев для первого раза пришло, немножко все задерживается, и просит, когда будет парад, чтобы шли не только по красной дорожке, а немножко вокруг скверика проходились, потому что очень большое количество людей хочет увидеть этих собак. Ну, пока вот стоим, можно, по-моему, всех разглядеть очень хорошо, прекрасно, если нет силы и настроения ждать парада. Что интересно, парад не собачий, парад сделан для всех владельцев домашних животных. Ну, под домашними животными есть там коты и хомячки. Но вот только одна женщина принесла ягуану. Все остальное – это собачники. Пришли похвастаться своими питомцами. Так что вот так вот. Делайте выводы. Но собаки действительно хорошие, есть чем хвастаться. И вот эта ягуана, которая разбавляет собачью доминанту и делает парад парадом домашних питомцев, а не только парадом собак.
А вот Belgian Malinois, ну это бельгийская овчарка, она сейчас набирает популярность. Очень умная, гиперактивная и прыгает, бегает прямо как молния такой. Собака Супермен. Я ее не видела в живой жизни, вот сейчас вот стою, смотрю, и она действительно, она в 10 раз активнее, чем все собаки. Стоять ей грустно, все время запрыгивает на хозяина. Вот таких вот миленьких Ресси тоже давно не встречала. И вообще тут какие-то замечательные красивые собаки. Вот этот товарищ. То сядет, то прыгнет, то заберется на хозяина. Ну вот и все, парад начался. Приветствуем вас, товарищи маски. Да здравствуют участники парада. Ура! No!
la 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 Ну вот и все, закончился парад, и у меня место на телефоне тоже закончилось. Всем хорошего осени, пока.